Дети Донбасса отправляются на отдых в Россию. Ребята из поселка в районе Горловки проведут смену в оздоровительном лагере «Пионер». Поездку организовал благотворительный фонд из Германии и гуманитарный батальон помощи детям «Дорога добра». Вожатыми будут работать студенты-активисты. Лагерь хороший, знаю по себе, 2 раза там уже была с нашей сестрой, и хочется туда вновь и вновь возвращаться. Очень бы хотелось поблагодарить нашу любимую тетю Виту, тетю Олесю, тетю Лену, которая много для нас делает. Также наших друзей немцев. «Дорога добра», они сотрудничают с Германией. У них тоже организация есть, которая гуманитарку всякую высылает, помощь детям Донбасса. И они, Россия и Германия, решили объединиться, и они вдвоем сотрудничают, работают, детей в лагеря отправляют, на отдых. Смена продлится 21 день. Дети будут плавать, загорать, заведут новых друзей. Но самое главное, отдохнут от ежедневных обстрелов украинской армии. Силовики практически каждую ночь открывают огонь по окраинам Горловки, и страдают в основном мирные жители. Бои больше. Перестрелки. Обстрелы со стороны украинских силовиков, наемников. Да, в основном. Мы с района, с глубокой, там, сами понимаете, неспокойно сейчас, конечно. Ну, практически каждый день очень даже неспокойно. Вот. Поэтому хочется, чтобы ребенок выехал, отдохнул, не слышал всего этого, с детками отдохнул поближе к речке, к воде.